в научно-производственной роте в городе Тула, сам тоже тульский, город Узловая. Учился в политехе в Тульском на кафедре ракетостроения. И, соответственно, там у меня было целевое место на предприятии «Сплав», и в последующем предложили прохождение военной службы на предприятии. Университете попал в научную роту после прохождения магистратуры. Специально изучал приборостроение. Научная производственная рота дает мне возможность не потерять приобретенные навыки, полученные на заводе.